Линейку моделей Citroёna отныне будет открывать электромобиль Ami. Это невероятно компактный двухместный челнок, который во Франции, с учетом государственной субсидии, планируют продавать всего за 6 тысяч евро. Новинка заявлена как альтернатива скутерам и велосипедам. При этом ее не обязательно покупать. Если заключить договор аренды сроком на 4 года, каждый месяц со счета будут снимать только 20 евро. По документам Citroёn Ami оформлен как легкий квадрицикл. То есть им можно управлять водителю старше 16, а во Франции старше 14 лет. Правда, из-за этого создателям машинки пришлось установить маломощный электромоторчик, а также экономить буквально каждый килограмм снаряженной массы. Аккумулятор тоже невероятно скромный, поэтому на одной зарядке Ami едва сможет преодолеть 70 километров пробега, плюс только один. Чтобы полностью зарядить батарею, даже от обычной розетки хватит 3 часов. На этом ограничения не заканчиваются. Максимальная скорость малыша – 45 км в час, а в списке оборудования нет ни подушек безопасности, ни антиблокировочной системы. А все потому, что для квадрицикла эти системы не являются обязательными. Салон больше напоминает мототехнику, чем автомобиль. Снаружи новинка от Citroёna тоже выглядит своеобразно. У нее одинаковые двери слева и справа, а распахиваются они, соответственно, в разные стороны. Также одинаковыми сделаны передние и задние панели кузова. Вдобавок, ради экономии, боковые стекла откидываются вручную. Понравится ли это все публике, узнаем уже скоро. Поставки машинок начнутся летом.